Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбабай. И мы сегодня с вами начинаем проходить игрушечку под названием Anno 1404. Пока мы с вами будем ждать выхода игры Anno 1080, мне захотелось поиграть в знаменитую Anno 1404. По отзывам она очень хороша. И тем более ее будут сравнивать 1080 с 1404. Посмотрим, поиграем. Хочется пройти ее до конца, тем более я в нее, в эту версию, не играл. Пишите свое мнение в комментариях по поводу того, будем ли мы проходить или нет. Как вообще вам игра? Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Итак, мы с вами будем начинать кампанию. Глава 1, символ веры. Проявите себя достойным вассалом, окажите помощь лорду Ричарду Нортбергу в строительстве собора. Играть мы с вами будем на сложной уровне, то есть, ну тут скорее всего не сложный уровень, тут сложные стартовые условия. Нет возмещения стоимости строительства, 2000 золотых монет, 8 тонн материалов и 10 тонн рыбы. Начинаем! Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Когда оглядываешься назад, все кажется ясным и предсказуемым. Это иллюзия, самообман. Ибо пути Господни неисповедимы. Никто не мог предугадать, что тот самый человек, который в году от Рождества Христова 1404-м пересек границу вашего Лена в заштатной имперской провинции, вскоре будет назван одним из величайших героев нашего времени. Простите мне мое уныние, но недобрая весть затмила радость от вашего прибытия. Наш любимый император, мой возлюбленный двоюродный брат, слег от загадочной болезни. Воздвигнув сей собор, надеюсь я вымолить у Господа милость, чтобы даровал он нашему монарху здоровье. Но строительство продвигается слишком медленно. Но я совсем забыл о приличиях. Я лорд Ричард Нортберг, хранитель печати и его императорского величества. Я приму вас под свою опеку до тех пор, пока вы не встанете на ноги. Сейчас ваш новый дом – уютное пасторальное селение. Но когда вы как следует освоитесь, оно без сомнения расцветет под вашим чутким руководством в метрополии. Глава 1. Символ веры. Придите на мой корабль, чтобы мы скрепили передачу сих земель вассальной клятвой. Хорошо, перейдем. Ах! Перейдем же к делу. Властью моею, как хранителя печати его императорского величества, вверяю я вашим заботам сей островок. Управляйте им мудро и справедливо. Хорошо. Постараемся. Лишь крепкая вера позволяет людям выдержать тяготы жизни. Постройте им часов. Да и молитва о здоровье нашего больного императора точно не повредит. Построить часовню. Не рановато ли для часовни-то? Так, построить часовню и не менее 8. Теперь вам следует немедленно посетить рыночную площадь. Это сердце поселения. Угу. Посетили. Частью поручения. Имейте в виду, всем вашим подданным нужен доступ к этому месту, чтобы они могли собираться там и торговать. В общем, строим пока райончики.
крестьянский дом, не менее 8, у нас вроде как 2 есть. Давайте еще. Для строительства часовни вам понадобится много помощников. Уж я-то разбираюсь в строительстве. Возводите крестьянские дома, чтобы у вас стало больше людей. Это понятно. Вы убили 2 зайцев одним выстрелом. Новые подданные не только ускоряют строительство часовни, они еще и платят налоги в городскую казну. Да, пока мы в плюсе, плюс 5, но это пока. С налогом понятно. Что же, людям погрязи топать? Да, вроде как у меня все подключены дома к дороге. Ваши деньги быстро тают. Стройте новые крестьянские дома, чтобы собирать больше налогов и пополнить городскую казну. У нас закончились дрова, нам пока с вами... Пока ваш народ заселяет новые дома, вам стоит проинспектировать вашу контору. Смотрите, все товары хранятся здесь на складе. Их запасы тщательно учитываются. Угу, хорошо. Запасы дерева тают. Немедленно постройте несколько хижин дровосеков. Честно говоря, я надеялся, что вы передадите мне ваши излишки на строительство императорского собора. 2 хижины дровосеков. 2 хижины. Но надо так поставить, чтобы они... Здесь вот уже будет закрыта территория, да? Мешаться буду. Давай тогда... По идее, они вот так вот друг другу не должны мешать. Как носильщики будут вывозить товары с предприятий? Конторе не ведет улица. Так подожди, сейчас будет вести улица. Давай, наверное, вот так, да, и вот так. Хотя я тут немножко не так сделал. Не знаю. Что-то ваши дровосеки валят мало леса. Видимо, место выбрано не слишком хорошо. А, все-таки влияет, да? Вот здесь только работают на 63%. Почему сразу этого не видно? Да, хижина дровосеков, она здесь неэффективна. Значит, получается, понятно, они будут... Первый блин комом. Да, друг другу и мешаться. Вскоре вы научитесь выбирать отличные места для строительства. Сразу было бы указано бы, это было бы хорошо. Тогда пусть, наверное, остается вот так все это дело. Прекрасно. Теперь ничто не мешает вести строительство как следует. И с Божьей помощью вы сможете помочь мне с лесами для императорского собора. Построим немножко покороче дорожку. Так, теперь ты работать будешь, наверное, в 100%. Эти в 100% работают. Как носильщики будут вывозить товары с предприятий? Конторе не ведет улица. В смысле не ведет? Все ведет. Все ведет, не очкуй. Я смотрю, ваши запасы инструментов быстро иссякают. Что ж, на борту моего небольшого торгового корабля есть еще пара сундуков. Я с радостью уступлю их вам по себестоимости. Непонятно, почему они не этот... Так сказать, не строятся. То есть ничего не производится, не добывается лес. Вот здесь-то понятно. Позвольте, здесь все нормально. Следует немедленно построить хижину рыбака. Да подожди ты с рыбаком-то. Когда народ голодает, то и до бунта недалеко. Давай попробуем еще раз провести дорогу. Должно же все быть идеально. Как носильщики будут вывозить товары с предприятий? Пошло дело. Улица. Все ведет, не очкуй. А значит, построить хижину рыбака на берегу. А что у нас проблема с рыбой? Дерево идет вверх, рыба пока стоит на месте. Что у нас с потребностями жителей? Потребность в пище. Благодаря вам у нас по воскресеньям опять отличный обед на столе. Напитки нужны и потребление веры. Но это надо будет основная задача построить часовню. Пока не до часовни.
Купить груз инструментов на его кораблях. Давай возьмем. Пока ваши запасы провиант не подошли к концу, стоило бы построить хижину рыбака. Хорошо, ладно, построим тебе хижину рыбака. Построим, наверное, тут поближе друг к другу, чтобы они тут стояли. Одной пока хватит, мне кажется. Рыбак вышел на промысел. Великолепно. Скоро народ оценит вашу дальновидность. Еще бы он не оценил. Что у нас с инструментами-то? Я приобрел? Нет, я не приобрел. На его корабле. А, так это надо сюда, что ли, идти? Императору опять стало хуже. Где же мы будем молить Господа о милосердии, когда собор так до сих пор и не достроен? Мне нужно еще больше древесины для строительства собора. Я не обойдусь без вашей помощи. Так, мало торговые, но мне это не мое. Ах, я смотрю, вы заготовили вот древесину. Я могу приказать моим матросам грузить ее на корабль? Мне нужно еще больше древесины для строительства собора. Да все, все понятно. Что ж, приглашаю вас спокойно осмотреться в моем прекрасном городе. И не забудьте посетить строительную площадку будущего собора. Хорошо. Вы меня просто спасли. Когда его величество наконец выздоровеет благодаря собору, я позабочусь, чтобы он вознаградил вас за преданность. Ладно, с этим понятно. У меня сейчас пока нету дерева, но и непонятно с инструментами. Вроде как должен был купить. Я гляжу, вы уже нашли свой корабль. Наверняка вы так и рветесь разведать воды своей новой родины. В возможностях у вас недостатка не будет. Господи Боже, ваш подарок! Я совсем забыл его вам вручить. И в довершение всех несчастий его еще и смыло за борт. Наверняка ваш сундук плавает где-то в море. Все, не плавает больше. Передай тогда инструменты туда. И почему-то я не купил инструменты, кстати говоря. Вроде как по заданию было, но... Ах, к счастью, сундук с инструментами не потонул. Если разложить инструменты в вашей конторе для просушки, их, безусловно, можно будет использовать. Ну и что? Мне надо так вручную перетаскивать, что ли? Ладно, хорошо, запомнили. Превосходно! Я смотрю, вы освоились с подзорной трубой и секстантом. Это еще больше облегчит вам жизнь. Не хватает. А сколько у нас уже получается? Прошу как раз 8 домов. Выручите. Даже 9. Я едва-едва могу прокормить голодные рты на строительстве собора. Так что каменотесам на моем южном острове еды почти не остается. Не могли бы вы поделиться с ними рыбой? Так, тебе нужна будет рыба, друг. Это все понятно. 10 тонн у меня в принципе есть. Ах, великолепно. Ваш рыбак уже привез богатый улов. Да, но мне его не хватает. Спешно грузить рыбу, пока она не протухла. Да подожди ты. Какой торопыга, а? Какой торопыга. Мне нужно дерево, чтобы я мог сейчас построить еще одну деревья, этот хижину рыбака, потому что рыбы маловато. Если сейчас все загружу, то у меня останутся голодные. Хоть и 11, но все равно маловато. Инструментов 3. Вот, у меня все есть. Как замечательно. Я погляжу, ваши запасы инструментов на исходе. Если вы доплывете до моей конторы, я с радостью продам вам несколько тонн. В строительстве у вас теперь больше возможностей. Спасибо. Теперь вы можете строить новые здания. Мы теперь можем с вами делать сидр. Сидр, но для сидра надо будет много бревен. Для начала сейчас разберемся с заданием лорда. Этого должно хватить.
Ах, как просияют от радости мои каменотесы, когда вы привезете им рыбу. Почему я не могу сделать... В смысле, за борт? Так. Что-то мне пока непонятно, как торговля происходит. Почему я должен... сразу. Мне надо как бы этот... Какое-то определенное количество. А я, получается, беру все. Вот. По десятке он будет складывать. Замечательно. Разобрались. Давай тогда отвезем, значит, сюда рыбу. У вас еще не хватает людей в селении, чтобы начать строительство часовни. Парочка крестьянских домов точно не повредит. Подожди, ты со своей этой, блин. В дома так, понятное дело, нам надо выходить. Благодаря вам у нас по воскресеньям опять отличный обед на столе. У нас сейчас 7. Давайте... У меня пропала партия грузов для собора. Недавно был сильный шторм. Наверное, корабль выбросило на рифы. Будьте так любезны, выловите сундуки из воды и привезите их мне. Выловим. Выловим, но подождим. Мне надо сейчас немножко выйти в плюс, иначе мы с вами просидим по новые деньгам. Новые крестьянские дома. Отлично. Теперь в вашем селе. А вот и вы. Я могу приказать рабочим начать разгрузку? Новые крестьянские дома. Отлично. Теперь в вашем селении вскоре наберется достаточно жителей, чтобы начать строить часовню. Плывем пока сюда. Надо будет собрать этот груз. За это время пока давайте продолжать строить... Нет дорог? Что же, людям по грязи топать? Да все есть-то. Нет дорог, блин. Все нормально. Что у нас-то, кстати, с этими... Рыба почему-то проседает, да? Благодарю вас. Раз уж вы оказались здесь, не могли бы вы отвезти эти камни для капителей на стройку собора? Их там с нетерпением ждут. Да, без проблем. Сейчас только мы тебе груз соберем. Так, погрузили, все это теперь доставляем сюда и продолжаем пока здесь. Строим нужные нам дома. Опять недостаточно мне дерева. Но мы уже почти выходим в плюс. Надо задумываться по поводу строительства сидроварни. Фруктовым садам требуется продуктивность, производит сидр. Это как раз будет у нас напиточек для наших жителей. Вот, мы уже вышли в плюс. Пока плюс 0, но уже хоть что-то. Дерево появилось, я еще поставлю один домик. Посмотри, ваше поселение существенно выросло. Если все будут трудиться сообща, наконец-то! Позвольте грузчикам начать разгрузку и отвезти капители на стройку. Да без проблем. Благодаря вашей помощи строительство собора гораздо-гораздо ближе к завершению. Вот, возьмите эти инструменты. Вам они, безусловно, понадобятся для строительства вашего селения. Смотрите, ваше поселение существенно выросло. Да-да-да. Вы, наконец, груз. Спасибо вам огромное за труд. Если... Все, спасибо, наконец-то заткнешься. Мы должны как-то обезопасить корабли от рифов. Каждое крушение — угроза для строительства собора. Поручаю вам составить карты обоих рифов и доставить их мне. Карту? Подожди пока с картой. Так, у нас получается потом будет постоянно плюс 15 расход этой сидроварни. И что я должен буду тут сделать? Малый риф. Ну, пока плыви, не знаю, что это даст. Нет, стоп. Сначала выгрузи мне инструменты. Мне нужно, чтобы у меня были инструменты. 16 у нас уже плюс, так что, в принципе, можем построить сейчас сидроварню. А, не хватает теперь дерева у меня. Немножечко не хватает дерева. Но раз мы здесь, скорее всего, мы уже сюда не будем развиваться. Кстати говоря, пока достает, да, это то есть его область.
То есть здесь можно, в принципе, строить дома. Это, конечно, хорошо. Давайте тогда мы сейчас сделаем с вами вот что. Мы отсюда выведем... А я не могу сюда вывести дорогу, что ли? Почему? Только в этой области могу работать. Это, конечно, плоховато. Ладно, тогда построим сидроварню. Ну, раз тут склад, значит, получается, сюда и поставим эту сидроварню. Вот как-то вот так. Проведем к ней дорогу. Все отлично. Так, теперь давай инструменты передаем. И иди сюда на эти рифы. Я не понимаю, зачем нам надо было сюда идти. Какую-то карту составить. А, ну один риф мы же с вами уже открыли, получается. Надо будет открыть еще один. Все понятно. Селение получило у нас статус, хорошо. И, ну, возможность, это как раз у нас с вами, что это? Деревенский колодец. Это благоустройство. Постоянно плюс 2, да? Нет, не очень бы мне этого хотелось. Нужно разместить, получается, 4 поля, да? Остров был успешно нанесен на карту. Но производство пошло. Нанесен на карту, и надо будет еще один где-то примерно вот в этой области, да? Потом эту карту надо будет отправить обратно же туда лорду. Ну пусть пока идет. По деньгам у нас плюс 13, все нормально. Это расходы на содержание в золотых монетах. Что у нас по потребностям? Пока напитков нет. И веры пока тоже нет. Но сейчас будем все это дело строить, развивать. Давайте, наверное, мы с вами еще сделаем вот так вот дорогу. Чтобы она была. Здесь поставим еще один домик. И вот так вот. Замечательно. Корабль пока плывет. Часовня. На часовню надо будет 12 дерева. Обалденно. 12 дерева — это многовато. Но денег у нас есть. Инструменты, в принципе, тоже есть. По деньгам. Ну, желательно, конечно, бы выйти еще в небольшой плюсик. Давайте попробуем построить еще небольшой квартал. Из 4 домов. Вот так вот. Не хватает, серьезно. Ну вот так дорогу проведем. Вот, теперь хватает, строим еще один дом. Остров был успешно нанесен на карту. Все, по идее, я выполнил задание. Тут какие-то есть ресурсы. Дерево, неплохо. Чуть сам, получается, на этот риф не залетел. Собрали немножечко дерева, и это хорошо. Теперь, в принципе, можно будет сейчас отвести эти карты, получается, тебе же, да? Сейчас мы погрузим. Погрузили, замечательно. Теперь по пути, наверное, отвезем сначала дерево себе, а потом уже отвезем карту. Что у нас тут с сидром? Почему-то сидра до сих пор еще нет. Почему? Вроде как производство процентов. Заложить... А, вот заложить поля, где было. Да. Сразу не заметил. Ну да ладно. По поводу сидра. Одной хватит, интересно мне? Или желательно поставить еще одну сидроварню? Давайте попробуем поставить еще одну сидроварню. Не хватит? А, мне потом не хватит инструментов. Инструментов мне потом не хватит на часовню. Но что-то как-то сидр у нас еще пока не везут. Вот. Повезли сидр.
Значит, сейчас Сидор уже появится у наших людишек. Останется только добавить веру. Сейчас плюс еще корабль нас привезет. Дерево сюда заложим. Что у нас здесь? У нас полный склад рыбы, что ли? А, его просто не могут перевезти. Все понятно. Давайте, наверное, начнем торговать. Торговля. Добавить рыбу. Ну, пусть... Примерно вот на этом уровне. Все остальное пусть продается. Еще бы понять бы, сколько тонн здесь остается. Это вместимость. Так, это мы привезли. Выкладываем тогда сюда деревом. Ну и повезли тогда ему карты. Маловато. Маловато получается сидром. Сидр вообще копится. Ну, с рыбой проблем вообще никаких нет. На торговлю вроде бы я поставил, да? Непонятно, что с торговлей. Здесь тоже склад полный. Его никак не забирают. Ну, придется еще, наверное, поставить сидроварню. Блин, инструментов не хватит. Если у меня сейчас даст инструменты в награду... Ах, не иначе, это карты рифов, которые я теперь смогу раздать капитану. Превосходно. Отлично. Благодаря вашей бесценной помощи мы больше не будем терять корабли. Он мне дал инструменты, поэтому я смогу спокойно построить еще одну сидроварню примерно где-то... Ну, в принципе, здесь получается поля, правильно. Я могу их сейчас строить, где захочу. Надо так, чтобы они влезли бы, желательно. И мне кажется, так они не влезут у меня просто. Просто-навсего не влезут. Их надо будет 5 штук. Ну, давай примерно так поставим. Проведем дальше дорожку. И будем размещать поля. Значит, раз. Два. Три. Четыре. Либо так поставить. Ну, так, наверное, лучше подойдет. Все, 4 из 4 есть. Все у нас должно быть хорошо. Плюс 100 у нас по монеткам. Напиток все хорошо, да, сидр есть. Людям нравится, люди молодцы. Теперь надо построить нам только часовню. Молоточки у нас пришли, инструменты, так что передаем. И строим часовню. Часовню надо куда-то поставить сюда, потому что мы будем именно в эту область развиваться, но... Здесь надо так, чтобы захватить хоть какие-то дома, да? Тут, конечно, было бы в идеале. Но тогда там дома не зацепятся у нас. Здесь тоже мне не особо нравится. Значит, будет стоять как-то все-таки вот так часовня. Вот так, наверное, лучше всего. Вроде как вход. Ах, какую великолепную часовню вы построили. Ах, какую великолепную часовню вы построили. Радость от совершенного дарует мне надежду, что вскоре будет достроен и мой императорский собор. Будет. Будет достроен. С торговлей мне пока не ясно. Блин, вот надо где, оказывается, ставить-то. Не только ваш Лен, вверяю я вам. В самом ближайшем будущем вы, несомненно, поможете мне со строительством. Императора, безусловно, обрадует, что он не ошибся в вас. Так, пусть, наверное, где-то
15 остается на складе. Гляди, леса на строительстве собора наконец закончены. Первый шаг сделан. Даже представить себе не могу, как благодарить вас за помощь. А это кто? Теперь мы, наконец, можем приступить к закладке фундамента. Постойте, что это? Корабли на горизонте? Кто бы это мог быть? Не знаю. Именем государя-императора и кардинала Луция оглашаю я решение сие, чтобы положить конец убийственным набегам сарацинов, да будет собрано и отправлено в поход крестовое воинство. Каждому вассалу предоставлена почетная обязанность помочь всему предприятию всем, что в его силах. Рожа такая противная у тебя, чувак. Ой, какая противная. Ну что ж, глава у нас с вами завершена полностью. Опыта получили 190 из 220 возможных, я так полагаю. А куда делся зодчий? Ну вот этого здания у меня, кстати, и не было. Ну ладно, в общем, получается, мы с вами прошли первый сценарий. Я посмотрю по вашим просмотрам, лайкам и комментариям. Зашла вам игра или не зашла, и будем ли с вами дальше продолжать. Еще парочку серий выпущу, и на все это буду смотреть. Если игра не зайдет, то, конечно, мы с вами продолжать не будем, потому что смысла тратить на это свое время и силы нет абсолютно никакого. Так что комментируйте, ставьте лайки, все зависит от вас. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых серий. Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.